В мероприятии принимают участие государства Азии, Африки, Латинской Америки, а также регионы Российской Федерации, в том числе и Ульяновская область. Сегодня очень насыщенная программа нулевого дня, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства, международной логистики и торговли. Одна из главных задач, перед которой перед нами поставил губернатор, это развитие экспортных направлений ульяновских товаров. Прежде всего, мы сегодня отрабатываем вопросы экспорта товаров в Китайскую Народную Республику, в Республику Иран. Напомним, что на прошлом форуме Ульяновская область заключила 10 инвестсоглашений на сумму 3,5 миллиарда рублей. Большая часть из них направлена на запуск новых сохранений и расширение существующих производств, что позволило создать новые рабочие места для жителей региона. Также на форуме обсуждаются актуальные вопросы законодательства для представителей бизнеса. И совместно с опорой России наша задача, во-первых, сделать комфортное законодательство, которое сегодня достаточно оперативно нужно менять для нашего бизнеса, который продолжает вести международную торговлю. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге – одно из масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками. Юлия Руднева, Юрий Конихин, Улправда ТВ.